9 мая вся страна ликовала и праздновала великий памятный день – День Победы. Несмотря на то, что май 45-го становится все дальше, он не уходит в прошлое, потому что каждое следующее поколение бережно хранит вечную память о тех, кто подарил им жизнь ценой нечеловеческих усилий. Людей, чьей заслугой стала Великая Победа в той войне, осталось уже слишком мало. Но пока молодое поколение еще может лично им сказать спасибо. И это дорогого стоит. Еще тогда нас не было на свете, когда я менялся вниз из края в край. Солдаты подарили эту планету великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда военные боли отбывали. Судьбу решает будущих столетий. Вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победы мы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки от всей земли! Такими словами учащиеся 12-й школы поприветствовали ветеранов, пришедших к ним навстречу. К поздравлениям детей присоединились и взрослые. Дети – это те, для кого русские солдаты отстояли родину 67 лет назад. Именно в детях они живы до сих пор и будут жить еще многие века, пока будет жить русский народ. Я живу, я рассказываю, слышу, не со встречи один человек.
учащиеся начальной школы от всего сердца поздравляли собравшихся, пели песни, самые душевные и близкие им, людям, которые знают о войне не понаслышке. По завершению концертной программы дети лично вручили каждому присутствующему открытку. Дети войны, учителя войны. Эти люди столкнулись со словом «война» не в книгах, а в жизни. И на судьбе каждого из них она оставила свой отпечаток. Но они не последние, кто помнит об этом. Мы не первый год проводим вот мероприятие, посвященное 9 мая. И на этом не заканчивается разговор о войне, не заканчивается воспитание детей патриотизма, а продолжается. И, конечно, праздник закончился, но он всегда будет жить в сердцах людей.